Привет! Сегодня будем готовить пасту с мидиями. Для этого нам потребуются мидии, чеснок 4-5 зубчиков, базилик сушеный, соль, перец черный, перец болгарский, сливочное растительное масло, зелень петрушки, немножко сыра, томаты очищенные и сама паста. У меня Барилла, пена регатта. На смеси растительного и сливочного масла обжариваем болгарский перец, чеснок и мидии. Добавляем специи, соль, немножко сахара, сушеный базилик. Через 2 минуты добавляем протертые томаты. У меня целые. Подсоленную воду добавляем пасту и варим 12 минут. Макароны отправили на дуршлаг. Отправляем их к нашему единому томатному соусу. Перемешали, добавляем сыр. Зелень. Томим минутки 2. Наша паста готова, украсили зеленью, петрушки. Такая вкуснятина, сейчас будем пробовать. Всем приятного аппетита.